Ну что ж, дорогие друзья, это у нас 11-я пара. Раунд 1. Макула, Казахстанец и Казахстанец Нурием Дюйсенбеков. В синем углу боксер из Казахстана. Нурием Дюйсенбеков. Интересная встреча. Конец первого раунда. В красном углу ринга Абихай Ташпулатов Рахматулла, Узбекистан, 2002 года рождения, мастер спорта по боксу. Провел 75 боев, из них 70 побед. Боксом занимается 8 лет. Является финалистом чемпионата Азии. Тренируется под руководством Ахмала Хасанова. К данным соревнованиям подготовил Ахмал Хасанов. Thank you.
Конец второго раунда. В синем углу ринга отдыхает Дюсенбек Нуры, Казахстан. 2002 года рождения, являющий кандидатом в мастера спорта, провел 82 боя. Из них побед одержал 73. Боксом занимается 7 лет. Тренируется под руководством Анатова Дурена. К данным соревнованиям подготовил Анатов Дурен. Мы, в свою очередь, выражаем особую. Final round. Конец боя. Офсет! Рэд Коннор! Ташбулатов Рахматулла!